всей семьи. Самое правильное решение. Наши проблемы, наши никто не слышит, чиновники не хотят нас слышать. Сидит в правительстве та же коррумпированная власть. Та же власть. И никто ее не поменял. Это наши СМИ. Это наш канал, народный канал. Если они посягнут на сердце народа, весь народ встанет. Пусть катятся отсюда, мы сами поднимемся. За 20 лет весь народ наш поднялся. Не надо их не ребятаться, пусть катятся отсюда. За весь народ кто имеет право? Бельбек говорит? Или Смирнов говорит? Или Ревкин? Чтобы наш народ не спал, проснулся.